Тверской области продолжается выдвижение кандидатов на предварительное голосование «Единой России». Во вторник, 27 апреля, заявку на участие в праймерис подал сенатор Андрей Епишин. Подробности далее. Сегодня для меня ответственный день. Участие в предварительном голосовании – это своего рода испытание. Так Андрей Епишин прокомментировал в прессе подачу своей заявки, отметив, что праймерис, который проводит «Единая Россия», лишний раз показывают прозрачность партии для избирателей. Наша партия в очередной раз показывает открытость, доступность на стадии предварительных выборов партии кандидатов, которых она будет выдвигать на выборах всех уровней в этом году. Партия «Единая Россия» предложила попробовать свои силы в предварительном голосовании всем желающим. Не только членам партии и ее сторонникам, а всем, кто чувствует в себе силы, кто готов к активной общественной работе, подчеркнул сенатор, добавив, что главная задача в праймерис – не только показать максимальный результат. Задача почувствовать, наверное, насколько все-таки люди сохраняют доверие, оценивают твою работу, пояснить, рассказать, донести свое видение о ситуации в нашей области, в стране. Напомним, что по состоянию на утро 27 апреля подано 146 заявок на участие в предварительном голосовании «Единой России» в Законодательное собрание и в Госдуму. Выдвижение кандидатов продлится до 29 апреля включительно. Само предварительное голосование пройдет с 24 по 30 мая в электронном формате. И 30 же мая можно будет проголосовать в привычном режиме на участках.